Всем здорово, меня зовут Диана, и сегодня я снимаю для вас видео, как я ухаживаю за своей кожей. Потому что в последнее время моя кожа меня устраивает просто на 100%. Конечно, иногда бывают какие-то высыпания, но девочки меня поймут, обычно это бывает с приходом женских дней. Но как только все заканчивается, все прыщички и все это вот уходит. Я обладатель очень чувствительной кожи, и, наверное, она больше у меня комбинированная. Потому что сухая она у меня исключительно только в холодное время года, жирная по минимуму просто, поэтому я вам буду показывать продукты, которые, как я считаю, именно благодаря ним моя кожа стала выглядеть лучше. В общем, сейчас вам скажу одну фразу, которую я придерживаюсь просто все время, и мне кажется, именно благодаря ей, моя кожа стала лучше. Когда тебе нечего делать, мажь на себя все, что угодно. Я просто, когда обрабатываю видео, наношу на себя маску или какие-то патчи под глаза. Каждое утро я делаю себе патчи под глаза и кремики всякие. Так же, как и просто завариваю кофе. То есть, пока у меня делается кофе, я нанесла патч, намазала себе кремик. Все супер. Вот. И сейчас просто постоянно... И теперь просто постоянно, когда мне скучно, когда мне ничего делать, когда я смотрю какие-то видосики на YouTube, я такая, так, стоп, зачем моя кожа отдыхает, сделаю всякие кремики, масочки и так далее. И также я в этом видео вам покажу не только свой уход за кожей, а также в конце я решила вам показать макияж, который я делаю, когда я себя чувствую какой-то опухшей, и мне надо выглядеть намного здоровее, ярче, в общем, даже не то, что ярче, а просто свежее выглядеть надо. И тогда я делаю именно этот макияж, я думаю, многим из вас это будет интересно посмотреть. Ну, конечно же, мы с вами начнем с ухода. Все, что я вам сегодня покажу, это все будет написано у меня в инфобоксе внизу, поэтому разворачивайте, смотрите, копируйте, вставляйте, находите у себя в городе эти продукты. Потому что все, что я буду показывать, вероятнее всего, продается у вас в городе. Я подвинулась к вам поближе, чтобы лучше просмотрели все продукты. Я смываю свой макияж обычной мицеллярной водой от Garnier, точнее не обычной, а двухфазной масляной, потому что, как я говорила в предыдущем видео, все, что я делаю на своем лице, это водостойкое, и обычная мицеллярная вода с этим не справляется. А Garnier для меня это самый лучший выбор просто ever. Дальше я использую лосьон для лица 100 рецептов красоты. Я просто приверженница того, чтобы покупать всякие тоники, кремики как можно дешевле, потому что я пока не готова на это тратить какие-то миллионы, миллиарды. Поэтому сейчас у меня антибактериальный матирующий тоник 100 рецептов красоты. Он действительно убирает остатки макияжа, которые не до конца убрала мицеллярная вода, да, все правильно. Также перед нанесением маски, крема, чего угодно, я использую этот тоник. Но здесь есть сок лимона, настой мяты перечной и масло чайного дерева, что очень хорошо. Поэтому, если я такая дурочка, что-то у себя на лице выдавила, то я, скорее всего, именно этим тоником все себе продезинфицирую. Очищает и ухаживает против жирного блеска. Не скажу, конечно, что он матирующий, но мне больше важно, что здесь антибактериальный эффект, потому что я люблю что-то повыдавать, что-то вот... У меня осталась половина вот этого, и еще одна баночка меня ждет, а купила я это больше месяца назад, где-то, наверное, да, когда я в России была. Я, конечно, не использую каждый день, но я использую довольно часто, и поэтому тут 100 мл, но хватает этого на очень даже долго. Ну, давайте, наверное, возьмем маски. У меня сейчас только две маски для лица, которые я использую вот просто постоянно, ну, просто варьирую их, меняю их между собой, там, одну, один день эту, другую день другую. Первая это маска L'Oreal Pure Clay Detox Mask. Магия трех натуральных глин и черного угля. Первая каолин, глина, насыщенная силикатами, эффективно поглощает загрязнение и борется с жирным блеском. Вторая гасу, глина, богатая микроэлементами, возвращает свежий и здоровый цвет лица. Третья – Монтморилонит. Глина, в состав которой входят полезные минералы, целенаправленно борется с несовершенствами кожи. В общем-то, как-то вот это нам все тут, понимаете, там и детокс, и сияние, совершенство кожи. Я могу сказать то, что вся линейка L'Oreal Paris, магия глины мне очень сильно нравится. Я, конечно, еще не пробовала оранжевую маску, но я уверена, что я буду также от нее просто в восторге. Честно, мне очень нравится черная. На данный момент я считаю, что она мне нравится даже больше, чем зеленая, потому что зеленая была именно какая-то более матирующая и более какая-то типа уходовая, а это именно детокс, то есть я прямо вижу то, что у меня кожа становится намного мягче, она сияет.
действительно сияет. То есть я прямо вижу улучшение. Кожа просто бархатистая, мягкая, как попка младенца. И я часто, мне кажется, именно благодаря этой маске я вижу просто, что моя кожа становится намного спокойнее, покраснения уходят, и я даже сейчас очень много времени хожу абсолютно без тонального средства, потому что мне оно не нужно. Кожа выглядит очень хорошо и без него. Идеально. Это не хайлайтер, это сияние кожи. Вторая маска — это Tony Moly. Сейчас вам скажу. Apple Tox Smooth Method Peeling Cream. В общем, это пилинговая маска с катка, которая просто божественно пахнет яблочком. Это... сейчас. Это прямо запах настоящего, свежего, кисленького яблочка. Ни леденцов, ни какой-то... не знаю. Это вот серьезно просто свежее яблоко. Я до этого думала, что просто какой-то пилинговый крем. И как-то его долго не использовала. Мне подарила его Машка. Потом я решила все-таки почитать. И это оказалась маска пилинговая, скатывающая, которая также обещает сияние, небольшое скрабирование, очищение кожи от омертвевших клеток, убирает шелушение. Я, честно, пилинга особо не почувствовала, может быть, просто настолько минимальная, насколько это просто возможно. Кожа становилась просто идеальной. То есть я смотрела, я выходила из душа, и такая, вау, а кожа без покраснений, такая сияющая, такая мягкая. В общем, офигенная маска. То есть это вот две маски, которые я сейчас использую, другие никакие не использую, только их. И также каждый раз при смывании маски я еще кожу скрабирую. То есть не просто смываю маску, а наношу себе скраб 100 ретов красоты яблочный и им вот так вот скрабирую свое лицо. И тем самым свою маску смываю. Я не знаю, может это плохо, может это хорошо. Мне нравится, я считаю, то, что моей коже даже лучше от этого становится. Поэтому, да. Также во время того, как я наношу маску, и даже не во время маски, а просто утром перед макияжем, обычно перед универом, я наношу себе патчи под глаза. Очень долгое время я использовала золотые патчи под глаза с сайта Bang Good. Я ссылку оставлю в описании, потому что это очень дешево, и мне приходит 40 пар. 40, мать его, пар. Как бы, блин, это же так круто. Мне просто приятно это увлажнение. Я эти патчи убираю в холодильник, и утром это просто настолько потрясающе, когда я наношу эти охлаждающие патчи под глаза. Лицо у меня сразу освежается, просыпается, выбеливается зона под глазами. Я использую 100 рецептов красоты. Крем для лица преображающий, источник увлажнения, интенсивный уход, мгновенно улучшает внешний вид кожи без тонирующего эффекта, эффективно увлажняет. Алоэ вера, амарант, персиковое масло и минеральная вода. Не знаю, как хороша минеральная вода, ну да ладно. Также написано, что здесь она подготавливает кожу к нанесению макияжа. Вам кажется, что, боже, Диана, это же такой маленький тюбик. Здесь у нас всего 40 мл. Но чтобы вы понимали, я использую его почти каждый день, через день, перед тем, как наносить свой макияж. И он у меня уже 2 месяца. И за 2 месяца эти 40 мл не закончились. У меня еще этого крема вот так вот. То есть я даже половину не использовала, понимаете? Как бы дико извиняюсь, но экономичность просто зашкаливает. Очень хорошо увлажняет. Написано то, что подготавливает кожу к нанесению макияжа, наверное, подготавливает. Мне просто нравится то, что экономично, дешево, сердито, увлажняет, все хорошо, меня все устраивает. Поэтому 100 рецептов красоты просто the best. Так, дальше я использую масло для лица L'Oreal, то есть не вместе с кремом, а либо масло. Либо масло, либо крем я использую, но в большинстве случаев именно масло. Это L'Oreal Nutri Gold сухое масло для лица. Мне очень нравится, потому что кожа потрясающе выглядит. То есть желательно его нанести за 20 минут до макияжа, потому что все-таки масло. Нужно, чтобы оно до конца впиталось. И вот честно, мне даже потом не хочется наносить тональное средство, потому что кожа очень бархатная. И благодаря тому, что это масло, она так сияет, просто так светится. Это выглядит просто потрясающе. Естественно, я жду до полного высыхания. Иногда остатки просто промокаю салфеткой. И я в восторге. Просто вот даже не знаю, что еще сказать. Пипетка, стекло, очень вкусный аромат, как я говорила уже, как от масла от Clarins.
потрясающая вещь, она стоит своих денег, она дешевле, чем Clarins, естественно, мне все нравится, и серьезно, ну вот кожа просто впитывает это масло очень хорошо, и я прямо чувствую, что моя кожа становится намного лучше благодаря нему. И переходим к макияжу, который я использую, когда мне нужно, чтобы мое лицо выглядело свежо, хорошо, вот, так скажем, такие небольшие лайфхаки. Под глаза я использую крем Пайот, высветляющий крем под глаза, который делает синяки намного светлее. Здесь вот такие вот ролики, массажные такие, которые также охлаждают вашу зону под глазами. Обожаю его. На глаза я в этом макияже использовала, естественно, базу, неважно какая, и использовала вот такую новиночку от фирмы Trended Up Highlighting Eyeshadow Cream Waterproof. Они очень красивые, и просто вот мой самый главный лайфхак, если ты хочешь выглядеть свежо, то просто нанеси на свои глаза светлые шиммерные румяна, светлые шиммерные тени. Я просто выбираю себе такие просто бежевые шиммерные тени и все, растушевываю их таким же светлым оттенком, и все, и больше ничего не надо, серьезно, потому что этот оттенок, по крайней мере, у меня просто распахивает взгляд, и мой взгляд уже выглядит намного ярче, привлекательнее, свежее. Просто все, поэтому... Смотрите, какая упаковочка, она так красивая, так вот... Вот, дальше я, конечно же, наношу просто свою подводку любимую, Waterproof Eyeliner от Essence. Вот такая вот хорошенькая, дешевенькая. Говорю про нее в каждом видео, поэтому не хочу на ней зацикливаться долго. Естественно, как всегда, я использую просто свой любимый тональный крем. Это Rimmel Wake Me Up с SPF 15 витамин С. Потрясающая вещь с подсвечивающими частичками. Очень люблю его на лето, очень хороший тональник. Ola Lift от Benefit и консилер Wake Me Up от Rimmel. И сегодня я также сделала именно в таком все порядке. Ola Lift просто как декоративная косметика, которая делает визуально зону под глазами светлее и ярче. Вот, и собственно консилером потом это все замазываю, закрываю, чтобы просто выглядеть свежее и ярче. Я не использую какие-то скульптурирующие вещи, я просто беру какие-нибудь очень светлые румяна и наношу их, чтобы они сделали просто вот эти вот яблочки такие наливные, чтобы это не был какой-то персиковый оттенок, а очень просто легкий светлый румянец. И хайлайтер, чтобы просто было легкое свечение. Иногда я наношу хайлайтер в стике даже без тонального, просто чтобы кожа подсветилась и была ярче, и блестела. И на губы наношу какой-нибудь блеск или в основном какую-нибудь нюдовую помаду масляную. Там я нанесла макияжи Volumizing Lip Booster от Catrice by Tan Care, по-моему, 0.40. Я вам говорила про него в прошлом видео, сейчас я просто его обожаю, он у меня сейчас тоже в этом видео. И это было все, никаких секретов, я не продала свою душу дьяволу, но правда, благодаря этим продуктам моя кожа выглядит в 100 раз лучше, чем она была раньше. Она у меня стала однородного цвета, у меня стало меньше шелушений, меньше блеска, меньше красноты. Правда, и не забывайте о том, что у тебя есть свободное время, наноси на себя все, что ты хочешь. Обрабатываешь фотографии, видео, лазишь где-нибудь там, хочешь заказать себе какую-то одежду, лазишь в онлайн-магазинах, нанеси на себя маску и сиди в это время, выбирай, делаешь полезные для себя и для своей кожи, для всего. Она чешет свой бок. И это было все, надеюсь, что вам понравилось это видео, главное, надеюсь, что оно было для вас полезным. Оставляйте свои комментарии внизу, как вам понравился макияж, понравился ли вам уход. А я вас люблю, ставьте свои ласты вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.